Так, ребята, RockSkiz на сцене, разминаются, у Минимоби проблемы с мышкой. Я думаю, сейчас народ подсоберется и будет их на самом деле гораздо больше, как только игра стартует. Они вот здесь материализуются моментально, полный зал. Когда будет наша игра с Индонезией, когда-нибудь это случится, думаю, будет круто. Ну что, разминаются парни. Третья игра, первые две были беспроблемные, Италия, США, ну и команды были такие же. А вот сейчас... очень интересно может получиться. Заруба с филиппинцами, они крепенькие. Знаешь, что получится? Будет песчаная буря. О, будет песчаная буря. Вот это интересно. Интересно, подготовили ли парни из Филиппин песчаную бурю? Наши парни очень сильно подготовили. У нас есть две атаки. Ой, обе кончаются через 15 секунд. Либо наши смерти. Либо мы, либо они, понимаешь? Продуманная атака. Такие разводы просто вот. Как тебе негатив карты по турам? Нормально. Потом, каким туром? Лотеречка. Вообще рандом. Вообще беда. Отличная карта. Я пойду. Даешь метро на финал? Что моби с мышкой? А то я боюсь к нему подходить. А то он там бедный еще не настроился. Он сидел, голодал, короче, полчаса грыз провод. Теперь вот сгрыз и пристает к техникам. Тюмой мышки не работает. Ладно, парни, вам удачи. Я думаю, спасибо. Что Фея еще поснимает нам видео игровое. Фея не будет тут сидеть. Фея в зале. Ну, с зала поснимаем. Ладно, тогда я зал буду снимать. Все. Давай. Пока. Эх, а меня отсюда выгонят сейчас. Пока.